По поручению президента Азербайджанской республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается осуществление деятельности по улучшению материально-технического обеспечения инженерных войск вооруженных сил Азербайджана, ускорению работы по очистке от мин, осуществляемой на освобожденных территориях, а также по усилению соответствующих мер безопасности. Как передает канал 13, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. В рамках этой деятельности в нашу страну была доставлена часть закупленной в Турции инженерной техники и оборудования, отвечающей современным требованиям. Она будет передана в распоряжение инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях и задействована в мероприятиях по очистке от мин и неразрывавшихся боеприпасов населенных пунктов, а также земель, пригодных для посева, указывается в сообщении ведомства. Отметим, что накануне первая партия оборудования, 20 механических машин для очистки от мин «Мемат» турецкого производства была отправлена из Кайсери в Баку самолетом ВВС Турции.